Если вы хотите на скорую руку испечь что-нибудь сладенькое к чаю, этот рецептик точно для вас. Быстро, просто и вкусно невероятно. Советую повторить рецепт дома, даже без повода. Хочу поделиться с вами идеей, как приготовить круассаны с начинкой из слоеного теста. Вариант с орехами – лишь один из множества. Это может быть шоколадная паста, крем или фрукты, например. К чаю на десерт или на завтрак выпечка будет в самый раз. 1. Слоеное тесто, если оно замороженное, нужно разморозить. 2. Нарежьте крупными треугольниками. 3. Измельчите в крошку орехи. В данном случае это фисташки, но можно использовать любые. Добавьте крахмал и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Все, начинка готова. 4. На широкий край треугольника выложите ложку начинки и аккуратно сверните, придав заготовке форму круассана. 5. Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментом, и смажьте при помощи кисточки сливочным маслом. 6. Сверху присыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте до румяности около 15-20 минут. Приятного чаепития!